Дети. Мы же будем шаманское камлание, будем делать ВГЛУБЬ ВЕКОВ 30 тысяч лет тому назад. Что творилось тогда на земле? И шаманы, под руководством шаманов, как это люди жили? Как у людей селяли? Шаманы как оставили людей выжить в разных странах суровых климатах? Я начну играть костер. Чанда, раз хвосту позвал, за стасажима, все, расходил. Начинайте. Начинайте. Хамнар, чинуто видимо, чинуто видимо. Шаман, что видели, что почувствовали и что слышали. Надо каждый думать. Это есть разные. Я сказал, что разные одеяния, разные древнейшие люди. И потом когда меняются времена, тоже по-другому. Там много-много так менялись жизни. Много тысячелетий, это 30 тысяч лет. И проходили этот, люди сперва. Но, конечно, это можно считать древнейшие люди, вечерние люди. Даже только что они осваивают разные земли и разные растения, разные животные приучаются. Вот этот, их слова мне в глазах, мне они видели и мне говорили, вот уши вот мои, надо возродить вообще мир и шаманизм.
ни различия никакой национальности, никакой расы. Потому что в древние времена это единственное верование народов. Вот. Надо объединиться, надо поднимать разум человечества, который утерян я во вреде разных религий. Я видел возрождение всяких стран шаманизма. Это я, меня очень радует. Тувинские шаманы — это самые многочисленные шаманы. В Туве сейчас в районах, поселках и разных шаманских стоянах, если считать всех, я перепись делал, 500 шаманов пока есть в Туве. На местах, которые не выезжая, вот там и своим людям тоже помогают. Эра, которая 21 век, эра Водолея — это эра ведического шаманизма. Шаманов уничтожали, расстреливали, сжигали и сажали, ссылали. Это толку не было. Потому что разные религии своего хотели добиться и не добились. Потому что шаман рождается по генетически, по крови, по кости. Если шаман умирает, его сын остается. Вот внук остается. Потом рождается шаман. Это у нас древние предки. Очень умные люди были. Шамана, жрецы. Они прибыли, прививки сделали. Или генетические прививки. Чтоб никогда не связали шаманов. Вот. Шаманизм — это сильнейшая, магическая, мистическая знание и наследие предков, который сидит у нас, всех шаманов. О, вот. Вот этот лесо на Марсе лежит. На Марсе. Вот так лежит лесо. Откуда знали наши предки этот лесо, что он на Марсе лежит? Откуда они этот все нарисовали? Тогда телескопов ничего не было. Они знали, ведь. А потом в современное время, когда меня перешло, от предков это бубен, рисунок, разные ученые разных стран создали это лицо на Марсе. Видели, да? Вот. Откуда знали наши предки? Они видели, они были там, на Марсе. За 33 слоев земли побывали, путешествовали. И оттуда это изобретение вот, сделали и на бубне. Это древнейший бубен. Моих предков. Поэтому я хочу не только вот тувинских шаманов, российских шаманов, разных регионов и иностранных оставших шаманов. Я призываю, как Верховный шаман Республики Тува, объединиться и договориться, чтобы мы среди разных религий, чтобы выжили, считавши. Не только выжили, а мы хотим тех древних времен, которые
шаманы были возвышенности. Мы тоже так все будем добиться. Я желаю вам успеха, здоровья и дружбы. Друг друга уважали шамана. Нечего шамана делиться, потому что земля большая. Природа у нас отличная во всех странах, если их хорошо беречь. И помогайте разным народам. Их утерянное здоровье верните. Молодым показывайте путь в жизни. Чтобы они трудно жили. Трудно жили и трудно рожали детей и воспитывали. С 2007 года началось, и все шаманы потребность, они ушли. Сюда приходили лама, буддисты. Когда буддист приходит, читает сутра, их духу, духи озера, не только озер, горные духи, и разные, водяные, разные духи убегут. Потому что тибетский язык наши духи не знают. Это совершенно иностранный язык. Надо, я им говорил, 15 лет я говорю им, надо перевести на тувинский язык, хотя бы на русский язык. Это сутра. Это опасная вещь. Это, вот ежегодно они байдага буддисты там освещают и базяры. А потом, когда много базяров становится, и к нам прибегает, и говорит, надо тушить базяр, вызывать тоже. Это трудные времена, только когда вспоминаю. Это очень печально. Не только это религия это философия. Разные. Ну, философия это ума. Философия сюда говоришь, отсюда вылетай. А вот шаманское это дело. Это шаманизм, это не природа. Шаман должен оберегать свою природу, чтобы ни на какой базаре не было, ни на какой засуху не было. Нас туда не пускает сейчас. Мы же не удел, мы же в стороне остались там. То есть получается, если бы сейчас к вам обратились, и шаманы могли бы объединиться, то можно было бы и вызвать дождь, попросить? Мы же делали это, попросили. Дождей вызывали. Вызывали и вот тушили. Нас вертолетами туда не возят, дай Бог. Разными вездоходами не возят. У нас вертолетов нету, вездоходов нету. Ой, как мы добираемся туда и вызываем. Потому что мы жалеем свою природу, жалеем свой народ. Чтобы они дышали чистый воздух. А как вы думаете, из-за чего в последнее время так много вот? Потому что каждый начальство говорит, каждый поп говорит, каждый лама говорит, что шаманы это плохие люди. Это песы, сами это шаманы связанные. Также кирит, подряд кирит, так кричит. Такой уровень, как христианская вера, как буддийская вера, как тоже шаманские вот, верования, тоже так же поднять. Тогда будет равновесие. Не только давить шаманов там. Это не коммунизм закончится, и сейчас продолжается, видите, давить шаманов. Мы не удел, это не удел, это, знаете, по русскому языку я говорю, что мы в стороне находимся. Вот поставьте, ни копейки не получаем, понимаешь? Добровольно мы этот дождей вызываем. От жалости своего народа. Вот где базары, сильнейшие базары, надо шамана собирать и туда свести вертолетов. Зря они просто не летают. Там много денег тратят. На солярку там этот керосин. Конечно. Это будет катастрофа. Знаешь, как? Если вот так продолжать будет. Вообще, человечество может исчезнуть. В древние времена людей-то, народ-то, чтобы выжили, шаманы же помогли. Вечерного человека. А сейчас что?
Везде, да, чернят шаманов. Что они черти. Чертями работают. С бесами. А знающие люди только приходят исцеляться. Свои недуги, болезни. И разные такое, свои проблемы решать. Вот в коммунистические времена жили. Сейчас в Бакве, где-то 70-80 лет, они вообще ничего не понимают. У них на уме только научный коммунизм. Понимаете? Вот. А вот буддизм пришли, а они говорят, о, это хорошо. Это как большая лошадь, как дух, коллективный дух шамана. Что-то не может подняться, ноги слабые, не может подняться. Очень трудно, очень трудно. А как всадник, голова как шиш над головой. От неба очень большая связь, от звезд, от других миров идет связь. От земли слабая связь. Почему? Почему люди потеряли шаманские традиции? Этот обряд принесет благо людям, очищение, здоровье. Шаман очищает в первую очередь себя, потом очищает свое общество, потом очищает всю землю, все другие страны, где есть чурторан, все очищает. Поэтому этот обряд очень хороший. Чуге-буттары кошкак, башкак, шишишкаш, бирден харилза улух, джагаштен тирден кошкак, та чуге, та улус сагырывес, улус туза кылпас, улустан туза эвеш, сонда по ан чирликан эки, улуха раканышкаш, олдирих эки мергезе. А пар чугле шептулу стойки калыр, буян калыр, кадынар кикалыр, харлза улух, дирден салдысту менден харлза улух, поталазидан салдыстан туза, по эгези чон чуктен, эгези ики, хамнарнын чуве, эгези эки чуве, улусту буян калыр, чугле буян. Шупту, дискиндер ики, шупту, аргладитурган. Шаманка, Шмёрк, Шаганар, Лукемский район. Вера Сазхина. Вот женщина правильно утро задала. Я вот когда второй круг сделал, да, вот в сторону восходящего солнца, оттуда вышла, оказывается, дух озера, женщина, она плачет. Потом я сзади ее услышал, что Тулушевич, не беспокой женщина, она сама скажет. И со стороны духов пещеры, белый олень и белый марал вместе пришли, женщину успокаивали. Не плачь, шаманы все сделали. Она плакала, высыхаю. Вот она правильно высыхала. Шамана, он здесь и Адыгера, дух медведя. Вот духи много после этого, они не мешали эти женщины. И вот с той стороны, там с левой стороны очень темная сила, там озеро есть. Возле озера есть здание очень, там черного. Я сам родился, вырос в долине царей. Я родился в Тандууле, я просил Тандууле, но там черная полоса, там очень большое здание, так, вы знаете. Я думаю, это Хуре, я думаю. Не каждый тувинец так может петь. Чисто на тувинском пел. У него уже... Да он чисто тувинец. Да? Да. Он не японец. Он уже тувинец. Японец. Ничего не осталось.
Thank you.